Друзья, всем привет! С вами снова Ольга, и сегодня мы поговорим о мебели в Корее. Как многим из вас известно, в Корее очень хорошо развит малый и средний бизнес. Если вы выйдете за пределы города, вы увидите огромное количество малых производств, каких-то заводов, складов. Многие из них изготавливают мебель и предметы интерьера. Иногда мебельные магазины находятся прямо на территории завода. Иногда же выносятся в отдельные районы. Это такие целые улицы, на которых вы увидите большое количество небольших мебельных магазинов. Такие мебельные городки. Но больше всего корейцы, конечно, предпочитают покупать мебель в интернете. В Корее вообще интернет-шоппинг, наверное, один из самых развитых в мире. Вы просто заходите на главный сервер, типа Яндекса или Mail.ru нашего, вбиваете в поиск необходимую вам мебель и выбираете. Один клик, и абсолютно весь товар, который только есть на территории Кореи, и не только, вот он перед вами. Также в Корее есть крупные фирмы, аналоги IKEA, со своими шоу-румами и наличием разнообразного товара от вилок до диванов, представленных в одном магазине. Это очень приятное занятие, ходить по такому магазину, рассматривать. Очень люблю это дело. Одна из таких фирм, Hansaem, это аналог IKEA, мебель категории масс-маркет, доступная любому, в принципе, среднестатистическому гражданину Кореи. От IKEA ее отличает более высокое качество материала и адаптированность под местные предпочтения, под уклад жизни корейцев. Также корейский аналог отличается чем? Как вы думаете? Догадайтесь трех раз. Конечно же, сервисом. Бесплатная доставка и сборка для корейцев – это необходимое условие при покупке мебели. Они не любят тратить свое драгоценное время на всякую ерунду, как они считают, в виде сборки какого-нибудь табурета. Поэтому все корейские фирмы, а не только Hansaem, доставят мебель, соберут, установят и еще могут бесплатно помочь вынести на помойку старую вашу мебель, которая стояла на этом месте. Это фантастика, друзья. Какая уж тут IKEA со своим «сделай сам». Давайте же посмотрим теперь, что мы купили. София, показывай, что тут у тебя. Вы и согласились то. А, 너무 큰 방은 아늑하지가 않아서 이게 뭔가 좀 무섭기도 하고 따뜻하지가 않고 막 그런 느낌이 따뜻한 듯. 네. 안 따뜻해. 근데 여기는 딱히 조금해 가지고 아늑해서 뭔가 나만의 자리가 있는 것 같아. 그래? 전에는 화장실도 뭐 같이 쓰고 막 그랬잖아. 그리고 뭐 다른 데 다 막 있으니까 그래서 내 자리 같지 않은데 여기는 내 자리 같아. 이 침대는 토토로라는 캐릭터 침대입니다. 이게 엄청 두꺼워가지고 이렇게 푹신푹신한데. 바닥에 자는 거 좋아 그래도 침대 바닥? 완전 좋아. 되게 푹신푹신해서 좋고. 에이. 이거 있잖아. 이게 꼬리야. 꼬리야? 이렇게 봐봐. 꼬리야. 꼬리고 그리고 쿠션. 토토로 쿠션. 네, много подушечек. Pink и эту кровать нам привезли из Японии, но мы заказывали по интернету. Да, и здесь у нее новая мебель. Сама закрывается. Да, здесь двойной шкаф, а там один одинарный такой длинный. 그리고 이쪽이 진짜 신기합니다. 이게 불이야, 불. 그냥 불이 아니라 딱 켜면은 켜지죠? 이거를 뺄 수 있고 하나, 셋, 하나, 개천, 하나, 둘, 셋. 색깔도 바꿀 수가 있어요. 와. 이렇게 색깔 바꿀 수 있고 놓고 닫을 수 있고 여긴 또 이제 보면은 앉아가지고 의자도 바꿀 수 있는데 이건 별로 안 신기하고 책상이 이걸 이렇게 해가지고 이렇게 할 수가 있어. 어머야. 그리고 이거 막 떨어지려고 막 그러잖아. 그럼 이거 옆에 이거 있거든? 이런 거 딱 붙일 수 있어. 이렇게. 나 나 마그니체. 이렇게 붙일 수가 있고 이렇게. 네, 이거 можно сделать вверх вниз. Регулируется у него высота. И там еще одна есть клавиша. 이렇게 할 수 있고. Да, его можно в любое положение привести. Вот эту я отдельно заказывала. Это такая кожаная панель.
на которую удобно ставить книжки и все такое. А теперь где она? И она, да, она... Это магнит, а тут прямо, вот, смотрите, линейка. Линейка, которая вот так крепится на магнит. Вот так. Угу. И тут сарап. Сарапинде. Сумочка. Сама закрывает. И раз, сама и захлопывается. И к нему вот такие шли уже магнитики такие. Ой. Ой. И можно сюда к вот этой металлической штуке все крепить. Вот. Вот такая классная мебель. Много всяких там у нее тоже. Главное качество, что оно все вот такое, знаете, прям очень добротное, такое плотное качество. Эту можно двигать, у нее там стоп эти стоят. Стоп-кранчики, как они называются. И ее можно двигать в любое место, эту тумбочку. Вообще весь этот комплект, он сборочный, то бишь вы сами выбираете, какие куда поставить дверки, какие куда полочки, ну, такой вот так конструктор. Да, и вот такие шли штуки сюда, видите, крючки специальные, которые можно вот так двигать, да, и вешать сюда в сумку. Чува, маамидеро, инди йольшими кумбоя ди йогисо, кеге аня? Слайм. Слайм, Андрей. А, еще была такая система, но ее на заказ надо было делать. Я отказалась, потому что у Софьи уже есть. Это такое смарт-управление. Ну да, это такой компьютер, который вам все расскажет, все споет, все такое вот управление, голосовое управление. Не знаю, как это называется. Вот. И он есть встроенный уже вот в этот гарнитур. Но так как Софье подарили, и он у нее уже есть, я отказалась от этой опции. Ну, она им особо не пользуется, кстати. Мэби чего? Блю, ансиджа наги. Джимми обчи. Инка чего мэби обсосо. Мэ пайгачего бо ике шикинен ге дому хиндеро,솔직히. Кача ансиджи нанде, дамми омбол хебаджу котте. Лайон, та секкал бо ике лайон секкал. Че это у тебя здесь барахла куча целая? Масочки какие-то. Мылаем. Выпирай. Ну, она же на его. Подососом много? Кто-то подарил где-то. Не пользуется ими. Ладно. Пока. Спасибо. Пока. Также у нас появился вот такой диванчик для Ангелины. Теперь она на нем смотрит телевизор. Здесь вот, как я уже говорила, ее детская комната. И, да... Этот диванчик я покупала в Икее, у него съемный вот это вот чехол, потому что она, видите, он уже весь грязный, она мороженое, тут пирожное, шоколадки ест. Я пытаюсь немножко его застилать, но это, конечно, не спасает, поэтому съемный чехол это самое то, когда у вас есть дети. И вот такой вот маленький диванчик в Икее. Я взяла, причем мне пришлось, конечно же, собирать его самостоятельно, и это был какой-то пипец, друзья, казалось бы, ну что там собрать диван, да? Но это было очень-очень сложно, целый такой конструктор там. Я применила все свои знания, которых у меня не так много, и вообще это был такой квест. Вот, еще купила новые шторы с динозаврами, и вот такой чехол на кондиционер. Теперь у нас кондиционер, видите, как выглядит. И он не пылится пока зимой, пока не используется. Вот для кондиционера в Корее огромный выбор всяких рисунков. Подбираете, какой вам подходит. И вот для детской комнаты вполне прикольно. Та-дам! Ну а здесь у нас теперь комната мужа, как вы видите. Вот у него здесь гитара и кровать. Ну, здесь еще есть у него шифонер, здесь его вещи находятся. Там тоже.
И здесь он может проводить свободное время, играть на гитаре, отдыхать как-то. Такой вот свой у него уголок появился. Но чтобы он совсем уж не расслаблялся, эта кровать, та-дам, превращается в еще одну кровать для Ангелины. И она периодически спит здесь с ним, то есть она спит одну ночь со мной. Ее кровать я перенесла в свою комнату. И через день она спит здесь с ним. И да, эту кровать я тоже заказала по интернету. Что-то она там какие-то копейки стоит, недорого. Но это так, на один выстрел. Такая кровать. А с какой периодичностью мы меняем мебель, так нам какую-то слишком дорогую брать смысла нету. Но Софьина мебель, вот эта вот, она довольно недешевая. Но, так сказать, на вырост. Потом Ангелина будет ей пользоваться, так как мебели Хансем ей ничего не делается с годами. Даже при переездах, сколько вот мы переезжаем. У нас, кстати, много мебели от Хансем в доме. И этой мебели вообще ничего не делается. Вот такой вот теперь у нас муж модный. Теперь моя комната в стиле минимализм любимая перешла к нему. А я вернулась в свою большую комнату. И да, теперь мы вот так вот с Ангелиной здесь иногда ночуем. То есть у Ангелины на выбор. Она, если хочет, спит с папой, если хочет, спит вот здесь с мамой. Вот эта кроватка. Я надеюсь, когда она подрастет и не будет уже бояться спать одна, то у нее будет своя отдельная комната. А так она играет сейчас в зале, а спит либо с мамой, либо с папой. На данном этапе жизни нам так удобнее всего. Вот этот стол я уже показывала. Это мое любимое приобретение. Это мой любимый стол, моя мечта. Моя мечта сбылась. Вот и все, друзья. На этом все. Надеюсь, вам было интересно узнать про мебель в Корее. Всех вас обнимаю, всех люблю. До новых встреч!